Ну чё вы? Здорово всем, друзья. Кто следит за моим телеграм-каналом, то знает, что у меня произошла ситуация, то, что сломался компьютер. Да, это не мой комп, к сожалению. Мой компьютер стоит в другой комнате. Это компьютер моего кента, поэтому с этого компьютера мы сегодня запустим нашу криминалку, ну, амазинг онлайн. Значит, смотрите, а что по компу у нас тут? Ну, я хочу с него постримить сегодня, посидеть, поэтому пока мы там в ремонте, туда-сюда. А, значит, смотрите, тут у него стоит 3080 RTX 3080, скажем, да? i5, по-моему, 10-го поколения, там, 10400, по-моему, стоит. 16 гигабайт ТАЗУ, SSD там, M2 стоит. Короче, топовый компьютер, сейчас будем запускать. Значит, что, давайте... Значит, включаем компьютер. Все. Пошла, поехала, вот. Работает. Да. Сейчас поиграем в этом компьютере. Amazing Online! И что, друзья, играю на четвертом сервере Azure. Вводите вам промокод CAPSUMRAZOR. Он дает 300 тысяч бонусов рублей. Вся информация есть в описании. Переходи, качай игру скорее и заходи с нами играть на Amazing. Мы сейчас тоже будем играть. Я сюда скачивал Amazing. Почему Amazing нету? Где Amazing, ёпта? Он что, Amazing удалил? Как ты посмел? Значит, амазинга у него нету. Ну ладно, заходим на мой канал, это не беда. Последний мой ролик, вот админские будни. Ребята, давайте поддерживаем канал, давайте летом апнем 20 тысяч, сделаем уже двадцатку, а? Будет вообще бомба. Поэтому, кто еще не подписан, подпишитесь прямо сейчас. Ну ладно, заходим в последнее видео. Ну и, конечно, мы сразу переходим сюда. Вот начать играть по моей реферальной ссылке, бам. Залетаем туда. Тут вот промокодик мой есть, который дает офигительные бонусы. Телеграм, ВК, на Телеграм подписывайтесь, там все новости. Блин, тут сотку не дожали еще. Amazing Online, а нам сейчас надо начать играть. Все, у нас скачивается Amazing. Туда-сюда. Ну, все это проходили, просто я сейчас заново качаю, чтобы здесь был Amazing. Можно будет даже стрим здесь подрубить. Как оно будет стримиться, интересно. Ну, так же, как и у меня на 2.60, мне кажется, там особо ничего не решает. Это видюху мощно, здесь даже GTA 5 можно тянуть, играть там вообще без проблем никаких лагов. Будет там стабильный FPS. Далее. Сейчас увидишь, что я мазинку установил. Скажешь, что это хуйня? Я уже 5 минут записываю это видео, чтобы запустить просто амазинг. Реклама амазинга тупо. Обновить. Все, обновляем. Тут даже мой ник сохранился. Потому что я с этого компа как-то заходил просто Amazing, тестил, там играл, сидел. Сейчас под моим ником залетим, будем играть под ником Жорик Разоров, того самого перекупера ебаного. Вот, посмотрите, как быстро качается 62 мегабайт в секунду. В принципе, порядок. Но пока качается сам Amazing, хочу пройтись по его девайсам. Монитор, как у меня, 24 дюйма, Full HD. Такие колонки стоят, там, и тут есть бас бустит, можем его, кстати, протестить, если включить что-нибудь прикольное. Еще этот, мышка Logitech, такая мышка у меня была, но он начал дабл кликать, в итоге я сейчас ее там старым компом продал. Клавиатура механическая, Z-Gaming, туда-сюда, еще удобный коврик тут у него. Ой, блядь. Микрофон такой тоже нормальный. Мне интересно, как с него звук будет идти, блядь. Этот микрофон, он хороший, конденсаторный микрофон. Он рублей сколько там, наверное, 1000 рублей стоил, но он не хуже моего звучит, который мой стоил там 1005, я его покупал раньше. Ну, корпус у него такой тоже ничего, не нравится, прикольно. Здесь, конечно, вентиляторы не загораются, но это из-за нагрузки они не горят. Если нагрузка пойдет, они все загорятся. Такой чисто обзор на компьютер моего друга. Чисто он ее для работы использует, в основном файлы загружает, там у него так вот все идет. А играет он, когда отдыхает. Так что, пока его не дома, я решил запустить тут Amazing. Так что, остается немножечко прям. А я пока буду разбираться, как это менять. А, вот, смотрите, вот это меняет, получается, сам свет. Можно ярко сделать, можно сделать немного этот, как бы, да, чтобы ну, ночью было не видно слишком. А это что? Это режим менять можно, да? Режимы. Или что это там, да? А вот еще какие-то. Да, вот такие можно режимы ставить. Чисто обзор клавиатуры делаем. Это можно просто выключить. Включить. Это что? Я просто рандомно тыкаю, не понимаю, что. Сейчас мы будем играть Amazing. Сейчас мы поиграем на Amazing. Да. Ну, блядь, скатывать-то нахуй.
Все, сейчас авторизуемся. Вводим мы пароль. Пароль, конечно, я вам показывать не буду. Надеюсь, вы не увидели мой пароль. Два код нужен от ДФА, ё-моё. Блядь! Чуть не уронил эту камеру гребаную. Это было опасно. Блин. Успею? Да, все, ввел код. Вот и все, зашел я на свой любимый Amazing, отключаем авось, тут уже что-то разговаривают администраторы, что у нас еще происходит на сервере в данный момент времени. О, блин, конечно, еще и балдежно играть. Согласитесь, офигенно топовый компьютер. Почему у меня такой темно? Что ты пикаешь? О, ну-ка, надо выйти из дома, наверное. Что у меня вообще по промокодам? Промокод посмотрим. По промокоду у нас тут рефералы: Андрей Вагни, Джейсон Ник, Никита Курин, Андрей Молочка. Все, кто себя видит, вам большой привет. Спасибо, то, что указываете вам именно мой промокод при регистрации. Мне очень приятно. Вы просто лучшие. Это прям топово. Ну чё, выходим. Сейчас, по идее, тут должен быть уже... А, да, это дома было так темно. По сути, зашли. Еще графику надо выставить. Сейчас мы графику настроим на полную. Во! А будет показывать FPS? Чё-то FPS тут не показывает. Тут только есть степень нагрузки SP, степень нагрузки GP. Ну вот, на 43% она нагружается. Фу, вот так вот так-то кайф. Хоть так можно поиграть сейчас Amazing. Пока друга нет дома, я сижу играю, у меня еще тут прав нету. В общем, друзья, вот такая вот тема. Запустили, не знаю, как вам понравилось. Ну, в общем, что, я думаю сейчас подрубить стрим с этого компьютера, как раз таки, раз возможность есть. Если вы с компьютера посижу, сделаю стримчик, будем играть, сидеть, что-то творить. В общем, друзья, сейчас постараюсь этот ролик уже залить на свой YouTube-канал. Я сейчас хочу накопить на жесткий диск, мне нужен жесткий диск, чтобы я мог именно снимать админ будни, там, перекупа. Будни ФСБ, а то у меня сейчас, вот, чтобы вы понимали, на моем компьютере нет места. У меня там всего, сколько там, 100 гигабайт свободного места. В общем, на следующей неделе я буду уже завозить контента, пока мой компьютер в ремонте находится. Так что, друзья, ожидайте. Сейчас пока вот, ладно, хоть у друга есть компьютер, он мне дал добро, чтобы я с этого зашел тут. Хоть такой ролик записан информативный. А то, возможно, что-то ждал 24 часа на авторинке, но я не выпустил, к сожалению. Поэтому не обессудьте. В телеге вся информация есть, там я все написал. В целом, друзья, можете зайти, подписаться на нашу телегу. На этом я буду прощаться. Ну, кстати, можем просто последить за игроками, чем они тут занимаются. Ну, чел на гелик катается. Интересно, на ашике будет лгать у меня, если... То этот же комп мощнее. Ну-ка, не вижу, у меня вообще нет. На мое удивление, в ашике нет таких лагов жестких. Не так лагает. Не, ну это понятно, это КРМП на любом компьютере лагать будет. А, сейчас буду играть Amazing с этого компа. Ладно, друзья, спасибо, что смотрели. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока. Я думаю, вы теперь понимаете, что у меня происходит. В общем, как-то так.